Иди сюда, пожалуйста, мой брат, как ты. Доброе утро. When you started to drink smoothie before the game? It's my first time doing it, so it might be a routine thing. It's pretty good. Сюда синева уж ходить начинает. Видишь? Я слышу, да? Пилает. Записывай. Вообще, ну, с переломом играть сегодня, понимаешь? Разминаться. У нее болит или вот эти вот волосы? Голова, нет, ну, конечно, голова, которая вот эти волосы. А как они их наращивают? Ну, привязывай. Кого? Капсулы. Не, я хотел дядю Толю на Новый год подарить. Ты сейчас сделай. Можешь? Да, иди, не запоминай, все. Да, 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 Разминаться, давай, тянитесь. Я буду шишковать, а Семёнов спасибо. Я с тобой не угоню. Ну, чисто по это. Не, если штрафы мои закроешь после этого, я проверю. Знаешь, скажи в камеру, водите аккуратно. И ответственно. Вы знаете правила дорожного движения. Знаешь, мне сейчас в Ленинграде сижал в углу. По цене, моя самая быстрая, а по цене не самая дорогая. У вас Остап, наверное, самая дорогая. Остапа. Самая свежая. Самая дорогая. Так, куда? Ну, он там по акции брал, скидку сделали. 1+1? Ну, там красная цена была на ней. А может, ты станешь автоподборщиком? Живые предложения. Давай, снимем. Ой, конечно. Ты не фотогеничный, тебя не снимаем что-то. Здесь пришел, я узнал, и очень хорошие парни, и мы ну, я уже заранее знал Вора и Джакири, они особенно, а вот русский игрока Антону. Благодарен за доверие, всегда хочется его оправдывать, выкладываться на 100%, поэтому стараюсь не терять концентрацию и делать то, что от меня требует штаб, помогать команде добиваться результата. Прекрасно, я очень долго не был, почти 3 года, и вот хорошее чувство вернуться здесь, в этот зал. Самое главное, что Никита Курбанов еще здесь, и вот приятно смотреть, когда такая большая победа. Сначала вышел, чуть волновался, потом второй раз вышел, когда на площадку уже и разрыв был большой, и как бы на уверенности, да и попался. Пацаны скидывали, я просто бросал. Поздравляю наши игроки, что наиграли очень много в этом сезоне. Руслан, Вова, Никита и тоже Ганька. Они сегодня играли превосходно, и я очень счастлив, что они дают эту практику, эту энергию для нашей команды.
как раз, наверное, минимизировать эти слабые стороны, которые у нас есть. Здравствуйте. Я как трудно. Шахты. Спасибо. Bogdan Bogdanovic. I call him Bogdan Bogdanovic. He's a good shooter, you know. He play like Bogdan Bogdanovic.